На прошлой неделе приемная кампания Южноуральского государственного университета преодолела экватор. На сегодняшний день 6815 абитуриентов подали документы на поступление. Отметим, что у желающих обучаться в нашем вузе очно на бюджете еще есть время. Последний день приема документов 25 июля. Напомним, что приемная комиссия ЮРГУ находится во втором учебном корпусе университета и осуществляет прием документов в будние дни с 9 утра до 5 вечера, выходные с 9 утра до часу дня.